Итак, все готово к началу поединка в легчайшей весовой категории. У девушек Лиана Джорджа против Карины Василенко. Грузино-российское противостояние. Очень уважительно спортсмены готовятся друг к другу даже. Так обнялись перед началом поединка. Итак, все внимание в клетку. Дистанционно начинает работать Карина. Много двигается. Центр же клетки остался за спортсменкой из Грузии. Выбросила двойку по воздуху. У грузинки, как уже мы отмечали, 4 победы. И все победы досрочные. Идет пока разведка. Ни одна, ни другая спортсменка не рискует. Не очень высокий темп. Лиана вообще не старается форсировать события самой же первой секунды поединка. Она работает от соперницы. Выжидает своего момента. Старается Лиана подобрать дистанцию, но пока не хватает ей длины рычагов. Это очевидно. На ногах намного энергичнее ведет себя Василенко. Давай добавляй. Фронт-кик по корпусу. Вот спортсменки, которая живет все-таки и тренируется в Москве. Так достаточно экономно пока девушки действуют. Есть небольшая разведка. Ну, так потихоньку-потихоньку Лиана свою соперницу поддавливает. Вынуждена много перемещаться Карина. Вокруг нее лоу-кик. Ну и похоже, что подобный темп устраивает как одну, так и другую спортсменку. И вероятно, что этот поединок идет до ошибки. Ну, пока, да, кто-то из них не ринется вперед, не провалится, не наткнется либо на бросок навстречу, либо на удар. Да, левый оверхенд у Каролины не зашел, и тут же мидл кик был в исполнении Джорджа. Снова такой же удар. Наткнулась Лиана. Левая нога сейчас. Простые вещи, Лика, не нужно ничего крутить. Сосредоточены максимально девушки. Смотрит за ногами Джорджа, за ногами соперницы, конечно же. Пропустила при этом лоу-кик. Ну, каждый из девушек старается действовать наверняка вторым номером, несмотря на то, что давит и прибрала инициативу к своим рукам Лиана. Зацепила. Хорошее и попадание. Попадание слева, потом справа. Бросок получится ли? Нет. Ну, в итоге не получился и проиграла позицию. Просто кошмарное положение попадает сейчас Каролина Василенко. Взвинчивает темп Джорджа. Вколачивать удары Лиана. Отдает спину Василенко. Джорджа не останавливается. В глухой обороне сейчас находится Каролина Василенко. Продолжает набрасывать удары. Еще очень много времени в распоряжении Джорджа. Забрать все-таки захват под удушающий не удается. Приходится работать, растягивать соперницу. По затылку не бьет, все в рамках правил. Но здесь и особого захвата не требуется, потому что в лидерах сейчас Лиана. Ее удары приходятся точно в цель. И действительно, вот ошибку допустила, получается, Карина Василенко. И сейчас она буквально в шаге от поражения. Но и так-то все просто. Пока крепкие оборонительные редуты спортсменки из северной столицы. Пыталась выйти. Карина чуть не усугубила свое положение. Но все здесь так же работает Лиана. Да, периодически просто наглухо закрывается Карина. И есть смена положения. Сверху теперь Карина Василенко набросила несколько неплохих попаданий. Ну и Джорджа рискнула, хотела перейти на болевой, не получилось. В итоге позицию проиграла и начинает действительно Василенко давить. Минута до конца первого раунда. Но пока просто за счет массы старается этот эпизод за собой Василенко забрать. Ну и старается выйти на болевой. Вот сейчас вторую ногу закинула, есть болевой. И со стойки фактически пытается Джорджа выполнить слэм. Есть сдача! Сдается. Мне было предложено выйти на этот поединок. Было ли у нее время достаточно на подготовку? 16 секунд первого раунда. Болевым приемом на руку. Победа решала Лиана Джорджа! Поздравляю!